Приветствую всех на канале Вика Пешер «Вязание крючком и спицами». Сегодня представляю вам свой отчет по СП 2.0 в мою пользу. И необычно для моих отчетов, но все же сегодняшний отчет будет без готовых работ. Покажу лишь свои, так скажем, начинания, так как есть еще время для парочки отчетов. И покажу то, что я наконец-таки хочу завершить в этом проекте. Начнем не с корзинки. Начнем с чего-нибудь другого. А именно носочки. Я связала вот такой один носочек уже. Он где-то 35-36 размер с коротким голенищем. Вот такими вот резинками-косичками. Мысок звездочка. Ну, пятку сделала обычно. То есть теперь хочу позакреплять свои умения закрытия мысков и пяточки. Пяточку сделала крученными рядами сначала, но что-то здесь она мне не понравилась, и я свою классическую сделала, ну, они с лицевой гладью. Носочки связаны также из Alize Lana Gold 800. Вот у меня остатки такой белой пряжи. И в качестве подмота видим, да, что это носки не белоснежные. Я использовала вот такую пряжу. Она у меня аналогична той бордовой, с которой я вязала вот эти вот носки. То есть один в один. Метраж, состав и прочее. То есть я заказывала вот эту пряжу из-за цвета. Она мне пришла, в подарок бордовый был там остаточек. В общем, я увидела, что тут состав-то одинаковый, и решила тоже использовать его в подмот в эти белые носочки, так как чисто белые я совсем не хотела. То есть это смесовка доломити, 40% меринос, 10% кашемир, 30% вискозы, 20% полиакрил, по-моему. Ну, в общем, я ее пробовала вязать, и она вот такая вот вся. Не знаю, может, как-то нам нужно приловчиться. Я там в несколько нитей очень толсто это все вязала. Она ощущается как бумага какая-то. И очень хрупкая, очень такая шершавая. Не знаю даже, где ее применить. Поэтому добавила сюда в качестве подмота. И носочки вышли такие светло-сиреневенькие. Цвет очень красивый. Вот, и сейчас у меня на спицах уже начало второго носочка. Я думаю, как раз к следующему отчету я завершу эту парочку. И завершу свою белую. Главное держать пальчики за меня, чтобы мне белой хватило. Но в крайнем случае у меня здесь есть еще белый акрил. Он, конечно, по оттенку не совсем такой, но надеюсь, и того мне хватит. Так, вот эти вот желто-синие пинеточки я вязала еще в августе и так их не довязала, потому что так у меня хвостики есть, нет шнурков. В общем, я надеюсь завершить эту пару наконец-таки и выложить ее в готовых работах. Так, и здесь у меня остается еще вот эти пинеточки, тоже я начала их в августе. Это у меня вторая пара к точно таким же мальчуковым. Даю себе задачу доделать до конца. И у меня здесь остается моточки акрила, вот этот носочек с косой пинеточки я его распустила до того момента, где я хочу его продолжить как обычный носок. Ну вот я еще подумаю, делать ли мне такой второй и вообще продолжать ли. В общем, это на концовочку остается. И вот такой красненький еще у меня есть.
Это тоже Ализела на Gold 800. Я подумала, может, шапочку красненькую, но в итоге набрала на тыковку. Все хорошо вязать начала, но как-то мелковато получилось. Хотя точно такую же вроде я вязала, как раз было моему сыну. Но у него не такая голова точно. Что-то я ошиблась с набором, поэтому буду распускать. Ну, либо что-то носочное, если успею до окончания проекта, а проект заканчивается уже 15 октября. Ну, либо останется как раз на шапочку новогоднюю. Будет красненькая шапочка с курткой. Вот, такие планы. И как раз вот моя корзинка, которую я собирала еще для «Свяжи себе пару» проекта, будет завершена. И на этом носочный свой бум буду тоже закруглять, потому что у меня уже, в принципе, всего хватает. Напомню, что спонсором и организатором этого проекта является Наталья Хомякова, ее канал Наталья Хомякова Вязана, а также интернет-магазин пряжи «Хомяк доволен». Очень активный магазин, очень много, большой выбор симпатичной пряжи. Заходите, смотрите, все ссылочки в инфобоксе оставлю. А также смотрите на отчеты работ участниц этого проекта. Тоже все ссылки ниже под видео будут. Ну все, всем пока-пока. Буду доделывать свои работы и подбивать итоги проекта. Thank you.